Ну а пока мы все вспомним, что мы сами кузнецы своего счастья. Кстати, о кузнецах. Завтра и послезавтра впервые в Казани в Старо-Татарской Слободе пройдет фестиваль кузнечного дела. О нем говорим с Эльвирой Миниахметовой и Яном Тинчуриным. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну, для начала, какие цели ставят организаторы этого фестиваля? Организаторы фестиваля, муниципальное бюджетное учреждение «Историческая среда», ставят целью своей популяризацию территории Старо-Татарская Слобода. Ведь на нашей территории сосредоточено 96 объектов историко-культурного наследия. А кроме того, мы хотим восстановить тот уклад жизни, который был характерен для Старо-Татарской Слободы с середины 16 по 19 века, где проживали известные ученые, богословы, купцы, а также и, конечно же, большая часть ремесленников. Среди них и кузнецы, которых мы приглашаем на первый Казанский кузнечный фестиваль. С них вы решили начать, я так понимаю, что продолжение еще будет. Продолжение следует обязательно. Да. Но сегодня мы говорим все-таки вот о кузнецах. Вот правда ли, Ян, я к вам обращаюсь, что кузнечным делом, вернее, вот на этом фестивале любой желающий, кто придет, гостей, я уверена, будет много, немало интересующихся, то, что, естественно, под присмотром профессионалов сможет смастерить какую-либо вещь. Это вот реально для человека, скажем так, вообще никак к этому делу не приспособленному. Нет, ну, совсем не приспособленных людей не бывает, руки-то две. Постучать молотком все-таки может каждый. Постучать молотком может каждый. В принципе, как вот мой личный опыт говорит, то есть я и в московских фестивалях участвую, и в Челябинске, в Златоусте, еще там, по-моему, в парочке городов. В общем-то, если даже 7-летний ребенок хочет, гвоздик он сделать может всегда. Хорошо, ну, раз уже заговорили про ваш личный опыт, расскажите, откуда у вас взялась идея такого необычного хобби? Ну, очень необычного. Это ваше хобби или действительно вы сделали это уже профессией, делом своей жизни? Ну, на данный момент это является моей профессией. Пришел я в нее действительно через хобби. Историк по образованию, то есть всю жизнь свою после выпуска работал на офисной работе. Ну, на офисной работе всем не хватает движухи какой-то в хорошем таком смысле. Ну, то есть у кого-то это фитнес, у кого-то экстремальные виды спорта, у кого-то какие-то другие проявления. Ну, вот мне почему-то захотелось. И вы решили, пойду-ка я покую. Да, я как историк прекрасно понимал, что самый примитивный вариант кузницы может поместиться в рюкзак, поэтому я просто в ноябре сложил импровизировал кузницу в рюкзак и уехал на дачу. Ну, результат первого эксперимента были там два гвоздя и какой-то подсвечник. Нет, ну, это вот же не просто так вот взял, собрал рюкзак и пошел. Это же какие-то материалы, инструменты. Ну, на первом этапе на попробовать практически все можно найти под, ну, под руками, под ногами в любом магазине. Так, ну и мы видим, как результат, да. У нас есть результат, собственно, в студии прямо сейчас. Что это? Это каминный набор Зеланд, причем это результат, скажем так, в двух вариантах, ну, с двух сторон это. Его основу придумал я, а вот так как в Казани мы практически все самоучки, то есть есть профессионалы, которые именно с корочкой, но практически все самоучки, при этом мы учимся фактически друг у друга. То есть вот это делал Семен, который сейчас у меня в кузнице работает, и который оказался в кузнице вот благодаря тому, что жизнь его как-то столкнула со мной. Ну, вот здесь на фестивале кто-то из особо одаренных, талантливых людей сможет ли сам что-нибудь подобное сделать? Сколько времени ушло, допустим, на эту работу? Ну, на эту работу, если ей заниматься так вот плотно, в принципе, два дня. Такой, ну, плотной, хорошенькой работы. Вот. На фестивале такое, конечно, сделать будет очень проблематично, потому что фестиваль – это некие такие полевые условия, то есть накладывают еще свои ограничения. То есть, ну, какие-то мелочи, скажем так, приятные, опять же, гвоздики, монетки. Гвоздики, может быть, монетки, подковки, да, розочки, тем более, что какие-то заготовки мы уже приготовили, отлично, привезем с собой. Эльвир, ну, кроме мастер-классов по кузнечному делу, что еще люди увидят, услышат, может быть? Людей ждет очень обширная культурная программа. В свою очередь хочу поблагодарить администрацию, преподавателей и студентов Казанского государственного института культуры. Будут выступать студенты, а также у нас будут выступать детские коллективы, детские музыкальные школы. Мы покажем мюзикл детский. А также на второй день запланировано выступление и хора ветеранов «Кичке-Утлар». То есть богатая культурно-обширная программа, выступление детских и взрослых коллективов. И кроме того, если я надеюсь,
надеюсь, к нам придут семьи с детишками, то у нас будет богатая программа по мастер-классам. А это для детей? Для детей. Mm-hmm. Совершенно бесплатно. Это и кожевенное ремесло, и плетение бус, и бисероплетение, и изготовление изделий из меха, то есть гончарное ремесло, роспись по керамике. Очень всего много и интересного. Изделия из меха заинтересовало меня это очень. Приходите в школу. Место, сроки, время, адреса и явки. Итак, фестиваль начнется завтра, в 12 часов дня будет у нас торжественное открытие. А закончится первый день в 5 часов вечера, а на второй день в воскресенье ждем наших гостей с 10 часов утра до 3 часов дня. Старо-Татарской слободе на улице Каюма-Насыри. Я думаю, все знают эту красивую пешеходную улицу. Также будут организованы и экскурсии по Старо-Татарской слободе. Мы уверены, что очень много гостей будет и всем понравится. Спасибо вам, удачно провести фестиваль.